Всем привет, это видео про обновление Motor Depot 1.36.4, а точнее про плюсы и минусы обновления и про то, что можно изменить, и ищи почему видео давно не выходит. Первое, я опять болею. Второе, я собирал материал для видео, и третье, у меня проблемы с интернетом. Начнем с минусов. Первая, игра не оптимизирована с версии 1.36 по версию 1.36.3. с версии 1.36.4 стало получше, но что было у меня с версии 1.36, игра просто вылетала, когда я на КамАЗе 54-115 лесовозе, вылетала, когда подрезал к ЖД переезду и проехал поезд. Игра вылетала, я не мог заработать ни копейки, из-за этого я ушел в минус, а потом потерял все купленные машины. Плюсы, мне понравились новые поезда, машины для искусственного интеллекта, ну и КамАЗ 5320, а и комбайн Нива. Что можно изменить? Искусственный интеллект стал глупым, грузовой поезд можно сделать подлиннее. Выводы обновления: мне не очень понравилось 4 обновления с исправлением багов, будто разработчики куда-то спешили. А на этом все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, и всем пока.